Здравствуйте, уважаемые коллеги. Знаете, что такое условный рефлекс? Условный рефлекс – это когда лабораторная собака нажимает лапкой на педаль, и специально обученный лаборант приносит ей пищу. Академик Павлов врать не станет. Есть в психологии такая теория мотивации трудовой деятельности человека, теория Герцберга. Вот он там разделяет две такие вещи. Гигиенические факторы, как бы вот гигиена, да, то есть по какому принципам, что ли, условиям человек выбирает работу, допустим, да, и мотиваторы, которые сильно мотивируют человека на исполнение этой работы. У нас принято считать, что деньги там, допустим, что-то такое, страх наказания – это главный мотиватор. Нет, это не совсем так. Вот даже представьте себе, что вот вы вот решили там работу ищете или сменить работу. Вот вам есть какая-то вакансия, предложение, и вот что вы будете выделять? Вам даже кто-то предложит, да, вот переходи к нам, работать. И вы первое, что спросите, ну что за работа, какие условия? Ну там на морозе, на высоте, так далее. Вы, может, не захотите там работать, да? Второе, а кто руководитель? Хороший руководитель? Нет, скотина полная, там прочее, всех склоняет к разным нехорошим делам, и вы опять туда не пойдете, да? Ладно, сколько я буду получать, какой будет статус? Должность, название, какие деньги, больше, чем на старой работе или меньше, тоже важно, да. Потом, скажем, такая вещь, как вот, межличные отношения в коллективе. И руководитель хороший, зарплата приличная, все нормально, и условия труда вроде такие комфортные. Но коллектив, ну, серпентарий, змеюшник, и вы тоже не пойдете туда. Вот, и, наконец, пятый фактор – это прочность положения. Там как у вас соцпакет, то есть, если заболею, бюллетень будут платить, да? Нет, если заболеешь, можешь на работу не выходить, сразу уволят. Или там еще ни страховки, там ничего. Ну, то есть, вот такое неустойчивое положение. Вроде хороший коллектив, зарплата приличная, да, но вот в случае с чего меня сразу выгонят. И вот эти пять факторов, вот это называют гигиенические факторы, где деньги занимают только одно из мест. А вот что называется мотиваторами, у Герцберга их четыре штуки. Это выполнение задания, от удовольствия от того, что я хорошо сделал работу. Да? Признание успеха. Вас оценили, похвалили, начальство или коллеги ценят ваш вклад. Да? Рост ответственности. Да? Я все больше, больше, более трудные задания умею делать. Я расту над собой. И возможность карьеры. В том числе, может, карьера даже не в смысле вертикального взлета, на название другое придумают для вас, и все. Это вот знаменитого Дейла Карнеги в его книгах, вот как влиять на людей и так далее. Там был такой случай описан, у них там в Штатах какая-то фабрика небольшая швейная. И на ней работал механик. Ну, задача смазывать швейные машинки, ремонтировать и так далее. У него была какая-то коборка, и там он хранил инструменты, причиндалы всякие. Вот, и вот что-то стал, то ли зарплаты его не устраивает, то ли собирался увольняться и прочее. Ему не стали повышать зарплату. Его на двери его коборки повесили табличку «Начальник отдела механизации». И человек сразу успокоился, он статус получил. Продолжая разговор о Таллинской школе менеджеров, в прошлой программе мы упоминал о ней, Владимир Константинович Тарасов, создатель этой школы. Вот а вторая ценность, которую он тоже часто выделяет, то звучит так. Всякое решение, снижающее авторитет руководителя, неверно. Ну, правда, здесь это относилось к исполнительскому персоналу, не к управленческому, там, не к творческому персоналу. Скажем, если руководитель признает какую-то свою ошибку публично, да, ну, скажем, в интеллигентской среде, среди управленцев, там, или конструкторов, дизайнеров, это может даже быть такое одобрение, да? Вот такой начальник молодец, ошибся, но признал свою ошибку и прочее. Там, где персонал чисто исполнительский, вот этого делать нельзя. По Тарасову это запрещено. Любое решение, снижающее авторитет руководителя, неверно. Ну, примерно как в армии. Копать от забора до обеда, а я пока узнаю в штабе, где копать. Товарищ майор, может, экскаватор заведем? Нет, копать будем лопатами, потому что я так сказал. Там не признается ошибок. Командир всегда прав. Вот что-то в этом роде. Поэтому, опять же, подчеркиваю, это не для всех, для исполнительского персонала. Ну, просто такие люди, они вот выбрали такую стезю, и вот они очень легко могут снизить авторитет руководителя, если вот такое решение будет принято, снижающее авторитет руководителя. Неверно. Уважаемые коллеги, вот есть такое понятие в психологии – профессионально важные качества. Качества важные, какие-то психологические качества для выполнения этого, той или иной работы, профессии. Вот бывает, у человека их нет, скажем, не способен выполнять какую-то работу, бывает, что их можно развить, скомпенсировать. Вот, ну, история сохраняет разные интересные такие факты, что ли, легенды. Вот, например, очень древний грек Демосфен. Демосфен, вот, кстати, Древняя Греция, это была ведь не страна, а цивилизация. Государства, полисы, города, они даже воевали между собой.
Там был демос, это мужчины, рабовладельцы, воины, они знали друг друга как облупленные, так действительно могли голосовать, выдвигать достойных людей во власть. Был охлос, свободные люди, но не рабовладельцы, и были рабы, мыслящие орудия. Вот демократия, слово демос, тех вот людей, которые были рабовладельцами, воевали, знали друг друга. В гигантских нынешних полисах никакой демократии быть уже не может. Мы не знаем друг друга или кого мы там выбираем, куда там депутаты и так далее. Вот, так вот демосфен, от слова полис происходит слово политика, политикус. Люди, которые участвовали в общественной жизни, в выборах, там, в собраниях, они звали политикус. Люди, которые жили так, чтобы мира не существует, они не участвовали в общественной жизни, будучи свободными гражданами, их называли идиотикус. Отсюда слово идиот потом произошло. Человек, живущий так, словно мира вокруг его нет. Вот этот демосфен хотел быть одним из политикус. Ну как он может им стать? Это надо выступать на агоре, гречи произносить, убеждать там избирателей в своей правоте. А у него очень слабый голос, шепелявый такой дикцией, да? Слабое дыхание. Ну и самое страшное, у него дергается плечо постоянно. То есть это рефлекторно, ну, может, последствия родовой травмы или еще такое. Вот. Но вот ему очень хотелось. Когда есть высокая мотивация, профессионально важные качества могут быть развиты. И демосфен стал себя изнурять такими упражнениями. Ну, дома у себя повесил, значит, острый меч, вставал под него дергающимся плечом и произносил речи, репетировал, ну, натыкался на это острие постоянно, да? И вот это более высокое болевое усилие как-то погасило вот этот очаг возбуждения в коре мозга, и он перестал дергаться плечом. Это прошло. Ну, не сразу, конечно, не в один день. Потом он выходил в бушующее море, перекрикивая волны, старался тоже кричать, громко разговаривать, набирал в рот мелкие камешки, тренировал мышцы артикуляции. Ну, может, год прошел, может, и больше. Но однажды демосфен вышел, опять же, на площадь, произнес речь. Мы даже не помним уже, что он там совершил в политической жизни Афин, но помним, что человек, знаете, из ничего сделал что-то. Когда очень хочется, очень высокая мотивация, ПВК может развиваться. И вот демосфен нам это доказал. Другой вариант, когда можно скомпенсировать недостаток профессионально важного качества каким-то другим. Был у нас такой психолог тоже, знаменитый достаточно, Александр Романович Лурия. Кстати, выпускник Казанского университета. Собственно, он изобретатель фотополиграфа, детектор лжи. Но вот во время Отечественной войны он прославился тем, что он вот лечил ранения мозга, травмы мозга фронтовые, и часто возвращал людей к нормальной жизни. Вот у него попал такой пациент, он был какой-то конструктор. Они на фронте сдавали какие-то изделия, там испытания были. И попал под бомбежку, ранение головы осколочное. И часть коры мозга была, видимо, повреждена, задета. Он перестал воспринимать тексты. То есть он мог сам писать, да, но читать он не мог. То есть для него там русский текст был как японский для нас. Мы знаем, что это информация, что это буквы, да, иероглифы. Но смысл он перестал понимать. Вот такой был поврежден участок коры. Но Лурия заметил, да, что писать-то он сам мог. Ему даже секретаря представили, который зачитывал всякие записки, спецификации. И он стал его тренировать. Вот алфавит клал перед ним, обводите пальцем буквы. И обводя пальцем буквы, он узнавал их. И так он довел такого навыка, что он там, держа руку в кармане, быстро, значит, пальцем обводил текст, который перед ним лежал, и читал почти со скоростью обычного чтения. То есть, видите, там напрочь утраченное качество можно было скомпенсировать другим. То есть бывают и такие варианты. Была в нашей психологии профессор Мартковского университета Блюма Вульфовна Зейгарник. Фамилия такая Зейгарник. Ну, знаете, Ленина видела, до Горбачева дожила. Она была живая история советской психологии. Ну, где-то в 20-х годах, будучи аспиранткой, она стажировалась в Германии. Курт Левин, один из основателей гуманистической психологии, у него, в его школе, так сказать. Ну, Левин, видимо, тоже был не дурак насчет молодых аспиранток. И пригласил ее как-то в ресторан. Ну, к ней пошел кельнер, сделали заказ. И он спросил, молодой человек, а вот что заказали люди вот за соседним столиком? Он, не глядя в блокнот, перечислил все это. Хорошо, говорит, а вот те люди, которые сейчас расплатили с вами, уже уходят. Они что заказывали? Говорит, это я не помню. Подкрыл блокнот, ну и продиктовал он все. И ушел на кухню. И он сказал, смотрите, как интересно, да? Потому что, говорят, от числа повторений улучшается, объем запоминания информации. А тут, вот смотрите, он один раз записал, выслушал людей заказ, и он помнил наизусть, сразу нам перечислил. А с теми людьми он записывал заказ, шел на кухню, говорил повару, приносил, выписывал счет. Раз 5-6 у него информация прошла, и он вдруг забыл ее, что они заказывали. Видимо, потому что они расплатились, работа закончена, он с ней как сбросил информацию из памяти. Он обратил на это внимание, и потом это стал изучать более серьезно. И так назвали эффекты закон Зейгарник. То есть, как такой эксперимент. В школе дети пишут контрольные по математике, и вдруг в разгар работы гаснет свет. Дети кричат «Ура!», учительница «У!».
Заходит директор школы, говорит, знаете, большая авария там на трансформаторе, в общем, придется отменять, отпускайте детей, света не будет. Счастливые дети убегают. Через там пару дней снова контроль, уже другие задачи, они решают их, с надеждой смотрят на лампы, но свет не гаснет. Но проходит еще неделя, их спрашивают, дети, вот какие задачи были в том случае, когда погас свет, и какие в том, когда свет не погас, вы получили свои оценки. Оказалось, дети хорошо помнят те недорешенные задачи, их содержание, когда свет погас. А вот те, которые выполнены, результат получен, они забыли их содержание. Вот это эффект Зейгарник, что лучше запоминается содержание прерванной деятельности. Или даже так говорят, да, устаешь не от сделанной работы, а от несделанной. Такое бывает, накапливается, да, когда все сделал, выполнил, какое-то удовольствие есть от этого и прочее. А вот несделанная работа, она как-то мешает жить. Вот. А закон Зейгарник такой, что лучше запоминается эмоционально положительная информация. Человеку нравится, не противно. Проблема в том, что для многих студентов вот, лекционный материал — это что-то такое, бессмысленный текст и какая-то отвратительная информация. И он закрывает себе ворота памяти. Ну, надо где-то себя настраивать, да. Ну, экономика, ты сам инженер, какой-нибудь программист будущий, да, тут такая скучная наука, как экономика. А представь, что ты уже директор завода, и появляется смысл, там, норма прибыли, налоги и так далее. Ну, хотя бы не противно становится, и тут уже лучше воспринимаешь. Вот такую настройку надо для себя делать. Уважаемые коллеги, давайте продолжим разговор о казанских улицах и о людях, в честь которых они названы. Тоже одна из таких заметных, известных улиц с 1969 года. Она носит название «Братьев Касимовых». Кто такие братья Касимовы? Ну, это родные братья, выходцы они из крестьянской семьи в Вятской губернии. Батрачили в детстве, там, бурлаками работали и так далее. Но они, в общем-то, видные военные и общественно-государственные деятели не только Татарстана, но, собственно говоря, Советского Союза, России всей. Они оба, значит, участники Первой мировой войны. Ну и там часто такое бывало, что, опять же, вот большевистская агитация стали склоняться вот именно к коммунистическому, что ли, мировоззрению. Участвовали в революционных событиях, в гражданской войне, как военные деятели. Вот. А потом они возглавляли различные административные учреждения в Республике Татарстан, потом даже в Москве. Вот. Ну, судьба у них была потом похожа, как похожа на многие судьбы в те времена. Старший брат, значит, Галиулла, он в 39 году был репрессирован, арестован, в 42 году его расстреляли. Самигуле повезло больше, его просто посадил в лагерь, отсидел 10 лет, потом ссылка еще 10 лет. Вот. Ну, во всяком случае, не расстрелян был. Ну, это за их заслуги в становлении Татарской республики, да и вообще всей Российской Федерации, их военные заслуги. Вот. Есть улица в Казани и в городе Глазове, улица братьев Касимовых. То есть тоже этих людей надо помнить. Но пока нет таблички на улице, которая говорила бы о заслугах этих людей в городе Казани. До свидания.